Корольков зараз замість Хомченка. Погнали, глядім, що тут буде. Ну, так поймаю, в кінці. Встане заміна. Це написано. І так, Ахмеда задає. Да, дають дозвіл. Брати, Нурієв. Нурієв проти Лозового. Нурієв на Ахмед задає. Там вихід практично один в один. О, як зіграє зараз Рустам, вирішив зіграти на Шпака, Шпак пробиває, але як же ж класно зараз зіграє. А, ну от момент я видів, ну, не забили гол. Зараз Ситников. Сейф на його раху. Блядь, м'яч не забили. Встане заміна. Сейчас почитаю, що там було. Ахмедов заде, да, дають дозвіл. Грати, Нурієв. Нурієв проти Лозового, Нурієв на Ахмед задеє, там вихід практично один в один. О, як зіграє зараз Рустам, вирішив зіграти на Шпака, Шпак пробиває, але як же ж класно зараз зіграв Ситников. Ну, компенсатор пішла. Сейф на його рахунку, але... Не було, по-моєму. Тут, звичайно, на стадіоні більш незадоволений тим, що Олексій не забив. Пейнт, точніше, да, пейнт, змішає. Ну, і, звичайно, дії молодого Ахмеда Заде. Ми там, в принципі, все правильно зробив, хоча, можливо, і сам би міг пробивати. Жичиков тривав. Ох, зараз нервова обстановка на стадіоні мина. Всі розуміють ціну втрачених очок в цьому поєдинку. Ну і, звичайно, гірник не збирається здаватися. Бойко! Забиває! Ну там, блін, шов, блін, я даже зараз не там по пам'яті, да, віжу. Верталь знаходився в площадці. Голова, тело все. И этот ему в башку летел ногой. Вот, глядим на медленном, давайте. Вот это медленный. Или, блядь, или вниз медленно. Сейчас, секунду. Это качество. Что-то я туплю-то, блин. Так, вниз вот так вот медленно. Медленно-то. Включайся, Вася. Включайся. Ні, не забиває. Давайте зачекаємо. Ні, це він спішить. Щось він дуже спішить. От так, значить, то медленно от так от буде. Китюк, глядім, пропускає. А давайте в основному моменти, коли він пробувати. Там пробувати. Жичиков тривав. Я так понимаю, что судья не засчитал, так как бы якобы было нападение на вратаря. Ох, зараз попал нервов. Ну это так, я что секунду глянул. Без остановки. И глазами, что называется, глазами судьи. Да, сейчас смотрим нашими глазами. Я без очков, поэтому самое, у меня два глаза пока. Ты, блядь, отлично сказал. Вот, ладно, идем, глядим. Все разумеете, но... Втрачений хоча б цьому поєдинку. Ну і звичайно гірник не збирається здаватися. Пауза, да? Нога, ну блін, отсюда не видно. В общем, мяч він поймав. Может быть, нападающий или кто там выбил, я вам сейчас глянем. Вот, на то, что он поймал и у себя в штрафной. Его там атаковать нельзя. Нам отсюда надо думать. А отсюда кто вот нам подскажет? Видеокамеры-то нету. Вот этот чувак снимает. Нет, это был бой. Этот флажком машет. Этот, блядь, это фанаты обычно. Может, тоже на мобилку снимал. Вот этого чувака надо узнать. На мобилку надо снимать. Был там, было что-то там. Вот сейчас запись где-то отсюда сбоку. Бойко! Бойко, так понимаю, нападающий. Это не наш, не Динамо Бойко. Завалился, хотя, блин, и тоже вставатом и длинный. Глядим. Так, все, эти отмечают, показывают все. Отмена. Забывай! Ну, почитаем по губам, да. Какого хуя, блядь. Не, не забывай! Идите, гейч, выйдите, блядь, с поля, нахуй, выйдите туда. Типа, я не пойду. У мене, блядь, моя тут оставочка зайшла, блядь, типа, блин, все. Давайте зачем?
Я вас, та я вас умоляю, та. Я його не бив по голові ногами, блядь, не бив. Все. Чому та хоч штірм сказав у нас? По-моєму, он же забив. 24-й член. Що там було, здається, арбітр апелюет. Это показывает, поле у вас зеленое, блядь. Ты чё, блядь, вообще? Какой гол, блядь? Там поле зеленое, все. А что было? Иди сюда, блядь, конопатый, давай. Подходи, подходи. Кого зовут, блядь? Белочка, блядь, я не понял, кого подзывают, за посолинейного, да? Рот. А, у него, блядь, это, что выпало, в общем, цепочка золотая. Да, нагнулся, достает. Что он там поднимает? Один поднял, в общем, остальные мобилу, блядь, вытянул этот, айфончик упал, 11-й. Этот поднял, блядь, 8-й. Этот, блин, его толкает, типа, отдай, это, сука, мой, это мой. Да, это линейного судьи, айфончик. Иди отсюда. А, все, о, наконец-то, блин, понял, тело лежит. О, тело лежит, как бы его убили, потому что ногами где-то стукнуло ему где-то, или в голову, или где-то в ладошки. Но он за это, вот так зажал мяч, очень, ну, сейчас мяч его выбили, где-то он там валяется мяч. И нам не покажут на с этого зоне, с левой камеры, там не покажут, что там было. Ну, надо ловить пацанов тех, что с мобилки снимали вот на той половине. А, вызывали медиков. О, Мина, я чуть не это думаю, нифига себе, Милан, блин, выбежал. Думаю, отлично. Жичиков. Этот будет долго лежать, в общем. Пьеско. Минут 5 замедленных действий. Замедленная запись, точнее. Воспроизведение. Там еще насчет офсайда наглянули. Был или не был. Все медленно. А я вот не понимаю, зачем она голову, блин, тут такие. Ой, как оно, леггинсы, да, или, блин, в общем, надевать на вот повязку вот эту от, для колу, для чулков, блин, женских. Она что-то помогает или как? Видно, помогает, ладно. Ну, там... А, понял, она помогает для того, чтобы пот не капал на глаза. Человек потеет на макушке, у него, блин, пот попадает. Не на лоб, а на затылок идет. Вот этот лежит, ногой даже шевелился, что ногой, но замолчал опять. Арбитр, что вон не правый. Пытается меня ступить ему на ногу. Что он не оживляет. Блин, ну... Давайте ускорим все-таки, да? Не, что-то тут важное сейчас. Секунду. Боковой подходит. Вот боковой, да? Нет, это минается. Синий, это не Минай, да, Минай, Минайцы, синий. Минайцы, звучат. Я кажу Минайцы, и комментатор кажу Минайцы. Блин, ну это долго будет. Намагается. Сейчас глянем. Пау, сейчас поднимется. Заспокоится. Одним ухом этот момент я вижу. Желтую кому-то дать. Ну, там по-любому нужно дать. Вот этот выебывается, хоть не капитан. О, отсюда мог. А, две камеры, одна была. Или, а, не, он сумму увеличил. Вот этот болбой точно видел, что было. Толстенький, пузатенький болбой. Он все видел, но ничего не скажет нам. Какие-то, блядь, печеньки валяются, что-то валяется. Не будет бутылка там, в общем, какой-то хлам. Нефтемина, это какой-то, блин. Якась повитка там, блин, свиньи, в общем, это такая худоба. Целая сыся якась. Або енот, або скунс. Почему глядим дальше? Зрозумійте, що там власне буде, до чого все йде, не зрозумів. Ну сейчас желтую даже покажет кому-то. За нападением, блин. На словесно и ногами. Ногами голову по-моему.
Ну, левой за головой. На. Боковой подошел. Это тоже. Это левый линейник, да? Это то, что тут бегает. Это тут бегает. На. До половины поля доходит. Что ему там видно? Никто его не видит. Зараз. Сейчас он подошел. Видно, в самом эпизоде. Блин, сейчас запись даже не показывает. На випередження, але арбітр все-таки була небезпечна гра проти Андрія Поповича. Небезпечна, тут ще інше питання. Ну, але, наскільки там серйозно у Андрія Поповича травма? Якщо б він вратар був. Тому що замін немає, а хтось там в... Ой, блін, він такий, блін, дохай, як я зараз. В воротах стояти то мусить? Типа, дивись, якщо встанеш, каже, спустя 2 минути, то ми тебе нахуй уволимо. Якщо встанеш ща, то ми тебе, блін. Було, звичайно, бажання у Бойка відсвяткувати цей гол у Гарнака, звичайно. Відзначити в цьому епізоді, але... Ну, повторимось, ВАР є в першій лізі, на цьому поєдинку його немає. Немає на цьому поєдинку. Перейняли цей момент. Ага, все, поводимось та чужою, це саме. Я отменил этот матч, потому что вот не к чему доколупаться. Если какая-то у там не головку, я уже называю фамилия, там было удаление, потому что он вышел в линию поля не положено месте, покинул поле без согласия судей. Вот. То тут вообще, блин, никто не это самое. Никто ничего не докажет. Эти съемки, по-моему, жуют, да? Вот судья взял съемки у этого, они жуют. Похоже на Шевченко молодого. Как не молодого лет там. Это там уже. 8-29. Арбітр вже не може. А, соплі. Але... соплі. Пожував соплі, я в майку. Оба. Очікуємо, яке там буде остаточне рішення. П'яномич, що? П'яномич, так, звати його як? П'яномич, так, да, Андрій Попович. Що, ще б далі, блін, показали. Коли він стає, то треба... Удар від воріт. Зум, блін, так, снять. Удар від воріт, голу немає. Що, голу немає? А що до цього було? Ні, що там було? Скільки ще грати? Хвилини дві. А що пишуть? Не минай, от, а минай. Так, типа, все, соплі він. Дається, все гаразд. От соплі, то скидував майку, блін, воспитаний чоловік. Вот, а этот за это отошел и на поле. З Андрієм. Так, гра відворіт, ну навіть не він буде вибивати. Це видно показує, що є те саме. Що він живий. Олександр Матко-Божик. Все, понеслось далі, показав. Але, звичайно, і удар такий добрячий був на Поповича, і Гірник десь це розуміє, що власне йде продовжити бити поворотом далі. Так, когда же будет, да, вот по плану туда. И... Нікітюк. Блін. Виграє повітря, вибиває подалі, але тут вже відчутно нервує Гірник. Зараз вже. Фомінка, да. Ох, зараз гаряче закінчення поєдинку цього. Дивлюся. А потім опять відлатає назад. Шпак, тут, здається, в руку м'яч потрапив. Ну, от цікаво, чи Ситник не піде зараз допомагати своїй команді. О, чувак, блін, знімав на мобілку. І от це знімав на велосипеді, блін. А дай глянуть. Де у мобілку не піде? Стоять, блядь. Или спиздил, блядь, чужую видно. Спиздил у мальчика, блядь, этого айфончик 11. Опа. А не, он, блин, застегнул кое-что, в общем. Сходил по-маленькому, видно, всего. Ладно, опять. Дубль 2, блин. Чередниченко в мяча. Опять навал. Оба. Кто подает, блин, белые, да? Ну там, по-моему, 5 человек в офсайде, блядь. Ну то ж фигня, блядь. Боковые там спить, а все, він спить, блядь. У нього мобіл, він там мобілку теж знайшов, айфончик свій спить далі. Він подає, а то буде першим. Ні, офсайда не було, блін, тому що от синій остався. Першим тут Нурієв. Так, ще один. Матко-Божик на нато впевнено зараз зіграв м'ячем. Нікітюк м'яч вибив, але не дуже подалі від дворі. Блін, в ногу, да, от. І
тебе его. Стоп, я это не упущу. Там щиток, ногу подкат был, блядь, не мяч. Сейчас он подаст. Через Нечанько у мяча. Він подає, хто буде першим, першим тут Нуріє. Матко Божик не надто впевнено, він зараз зіграв м'ячем. Нікітюк м'яч щас вибив, але не дуже подав. Опа! От куди це, блін? М'яч? Опять замедляємо, да. Ну тут момент, по-моєму, головне не там, блін. Сейчас, погодьте. Вот тут дуже-дуже довго медленно. Подача. Глядим. А то, що там, блін, було, не було, також глянь. Сейчас ночі, блін. Люди вже все, по-моєму. Чередниченко ще. Ти ж лучше розказати, коли знімаєш ноутбука, блін. Він подає, хто буде першим, першим тут. Нуріев. Матко Божик, ти надто певно зараз зіграв м'ячем, Нікітюк м'яч вибив, але... Подкат идет, как бы в мяч. Сейчас увидим, куда мяч влетит. Если туда, значит, блин, попал в мяч. А если вот где-то сюда, то хуй там. Не дуже. Блять. Он догадался попасть в мяч, а потом в ногу, блять. Вот это желтое, блин. Что тут обсуждать? Ну, психанул. Ну да, после того, как гол не забили, все. Но то, что судья этого не заметил. Сейчас на момент вот глядим не сюда даже. Тут понятно, да? Тут желтое. А один на судью. Подали від дворі. Ну, такой, а ему пофиг. Он уже глядит, там будет угловой или аут. Хотя должен этот наблюдать. Он тут наблюдает. Или это не судья вообще. Такой-то мужик с бутылкой похож на этого. На Кобина. Васю. Ну вот. В общем, судья ничего не заметил. Подкат был отличный. Я честно, я ни за кого, ни за мина, ни за Лигмина, не дала. Все понятно, тут голова не будет. Тут тоже нападения не было, этот подсел, блин, под это самое. Точнее, не подсел. Блять, ну это чем понты начинаются, когда последние секунды, надо же падать. Хлопцы, о, хлопцы, падайте, команда есть, блин, падайте, блин. Вот, лягайте. О, дивимся на той момент, как оно. В общем, когда было избиение. Не знаю фамилию этого, блин. Вратаря. Сейчас. Замедленно видео. Замена, да. Замена. Сейчас тут подача идет. Поймаю я подачу, не. Стоять. Вот он, вот он, вот он, вот он, вот он. Бляха-муха. Давайте пытаюсь увеличить. Увеличится ли видео? Увеличивается, уменьшается. Увеличивается. 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 Я увеличивается только моя авка, блин, мое это видео тут на ютубе не увеличено, скачивайте по новой. Ну давайте так хотя бы нажимаем панель дальше. Верный навес. Этот выходит, сейчас доходит до линии. Ну, в общем, за линию он не выходит. Вот этот 16 или какой-то там 15, по-моему, не видно. В общем, ни без очков не видно, ни в очках. Если я надену очки, то во мне вообще не будет ничего видно. Так, в общем, навес, да, мяч летит. Все-таки в семена я бы вот букву Y поставил, а не J. Потому что считается, как, блин, это, да, капча. Похоже, класс. В общем, навес, да? Навес, летит, летит, летит. В общем, блин, ну нам бы отсюда глянуть, вот, блин, или хотя бы отсюда. Идеальная позиция. А так, блядь. Опа! Тыщ! Ногой идет куда? Идет касание от не мяча, точно, касание тела идет. Все, нападение в вратарской. Что дальше, блин? Пытание Е. Выставил ногу? Выставил. Даже если он не поднял ее, а поставил вот на газон,
Вот это было бы желтое. Вот. А тут на него выставили, попал действительно где-то, блин, ну не по ебалу, но где-то, блин, ну не солнечное сплетение, где-то вот там чуть повыше, возле шеи, где-то вот под кадык, блядь, даже может под мышку, но все-таки, блин, стукнул, блядь, его. Вот. Не может действительно где-то вот немножко на полминуты. Забыл, как дышать, блин, называется, вот. Схватил мяч, да, вот, выпустили, в общем. Но там не видно момент, кто его, блядь, выбил. Ну, видно, нападающий 15-й, да, по-моему. Бойко! Бой, Бойко, 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 Бойко. Я уже сказал, блядь, не забыл сейчас, как это было. Это был Бойко. Забывай! В общем, блин, извините меня, какой... Ну, так понятно, Шуковский, да, бывает. И тоже ловил мяч, и потом выпускал его. Потому что он скользкий или там, блин, или это Шуковский. Вот. А тут как бы фиксации мяча не было, а тут было тоже. Вот этот по башке же его все-таки, точнее, по телу его хлопнуть, если мяч сделаю. Вот. Ну это понятно, это, блин, комедия. Я, кто я, блядь? Енот ты, блин. Сейчас. Где мы там так назад надо меньше сделать? Досудочки. Давайте сотку. Отматываем назад. Глядим. Опять момент. Зачем мы, Дима? Сейчас подожди момент. На часа два номера. Запись давать. Часа два, ну блин. Отматывать линию. В принципе, все правильно. А, офсайд я хотел знать. О, самое главное. Стоять. Если офсайд был, то до пизды все вот эти, блядь, метания. Ну, тут не было синего, стоит круто. Темный синий. Ну, сейчас вот офсайда не было. Опа, опа, этот вышел. Вот тут, тут, за линии. Стоп, сейчас будет навес. Этот вышел, остался слева там белый. У него офсайд. Долго очень. Обстановка. И чё? Вот за ним кто-то есть? Ну этот в офсайде, да? Если не, ну, защитник, когда дать ему защитник. Защитник как бы. Вот этот, ну, есть за ним еще ли один. Вот. Если не было, то это офсайд, блин. Это последний защитник был. Вот тут еще один был. Но он, блин, далеко. Вот на тот момент, видишь, вот, в общем, на итоге, блин, все, в общем, дальше никого нету. Вот тут офсайд мой будет, судья не махнул ничем, да, сейчас подымемся, блин, за флажком, подача, хорошо, этот, линейный еще не самое, в общем, тут может быть офсайд, ладно, пустили, момент, идем дальше, тут будет еще на ЕС-1. И там тоже, если и тут было стоять, то тогда под, блин, получается, гол забили вообще, блин, левейший. О, ну, понятно, заразный Вадимыч пусть в очках по новой гоне. Вот, надеюсь, она тоже самая. На все разумите, ну, вот этого. Опа. Видно, да? Вот здесь, если сейчас пас будет, то это будет офсайд. Знаете, насколько. Потому что этого тут защитника нету. Ну, вообще, в синем никого нету, только в салатовом, блин. Подачи нету. Стоп, сейчас уже. Опа, синий уже обогнал белого. Тут я молчу уже. Нема офсайда. Он же, почему он ждет, блин, идет к флажку, блин, чтобы из офсайда выйти, блин. Ну, извините. Этот дебил лезет. Вот, меняемся. Сейчас опять этот в офсайде. Ну, оба в офсайде, скорее всего. Судя по газону, блин, по линии. Подача. Вот так считается. Все. Этот в офсайде. Блин, подождите. Белый. Нашим белым. Этот нету офсайда. Вот синий, потому что, блин, ближе к линии. Туда. Подача идет. Все отлично. И тут вот эта фигня, блин, глянуть бы. Бля, его где-то отсюда или оттуда. Было все понятно. Идет. Опа! Выставляет ногу. Ну, блин, то, что его не видел. Ну, такое дело. Не сомневаюсь, как не видел. Выставляет ногу, блин. Попадает куда-то, блин.
Вот не понимаю, если в мяч попал бы. Сейчас, кстати, блин, я ж подумал еще. Если тут касание было нападающего в мяч, и от него ноги влетел сюда, то нападения нету, да? То это чистый гол. Вот. Вот что-то я начал думать немного, поел чуть. О. Чуть запил. Но там, по-моему, еще одно движение было. Он выбил мяч. Значит, блядь, дважды стукнул зеленого, блядь, Салатова где-то в тело. Сейчас снимаю с паузы. Идем внимательно. А из-за этого жопика ничего нет. Вот честно вам, я уже тоже начал сомневаться, потому что если было касание подача, идет касание нападающего, нападающий похудный, где он находится, касание, ну, с одного касания забивает, все, до лампочки. Как и шо, и очень это чистый гол бы получается. Потому что от него, блин, мяч летел все-таки в сетку. Ну, может, блин, ну еще есть вариант такой, да, рикошет, как бы вот попадает сначала в мяч, потом в тело, и от тела отлетает мяч. Ну, вот медленно он летит, да? Блин, ну, блин, называется. Тяжелый момент. Женщина трава! Он мяч замедлил траекторию полета. Значит, где-то стукнулся об тело, блин. Вот. А было ли там движение ноги в тело вратаря от нападающего? Непонятно вообще. Так что момент, блин, ну опять же, ну, глупое это, определение на усмотрение судьи. Людей не судья, судья вообще там ничего не видел. Как и я. Вот, я хоть записи вижу. И то нихуя не вижу, почти не понимаю. Вот, то судья, блин, ну, у него хотя бы. Блин, план выход, иди сюда, судья, выходи, ходи сюда. Он должен момент уже был видеть. Ну тут мешает вот этот. Сейчас, не вот этот, по-моему, или белый, блин. Кто-то мешает за спиной, его у него не видно, что там было. Сейчас мы сейчас на судью. Судья, в общем, да, позицию, хотя мог бы сюда сместиться, конечно. Но, блин, уже не ждал, может, сюда будет навес. В общем, место отличное нашел для себя судья. В смысле. Подача. Не сбирайся сдаваться. Опа! Вот нога выставляет ногу, блядь. И куда он дальше попадает? Если мяч попадает в ногу и отлетает сюда у ворота, блин, даже если касается вратаря, то это чистый гол, блин, все. Если он ногой попадает не по мячу, а от плеча вратаря или от сиськи, блин, или от что там у нас там, блядь. На себя, а от пуза, блин, допустим, отлетает туда, вот он медленно отлетает, меняет траекторию, да, он как-то тин, отлетел. Такое ощущение, что он отлетел действительно от ноги. В общем, так что, блин, ну честно, ну где-то 60, блин, на 50, на 40, да, 60 на 40, что, ол, чистый. Бойко! Ну, в общем, что Бойко таки забил. Ну, блин, если бы отсюда, вот дайте нам момент отсюда, если с этими Миниковыми, как его фамилия, забыл, там было все ясно, он вышел куда не надо, блин, то с Тутом, блин, в общем, непонятно, в общем. О. Что там на этот по поводу блохи написано? Забывай! Будем разбираться, не будет никто. Потому что уже, блин. Ну потому что, блин, меня уже решили это быть. Не честно, ну, блин, была бы запись оттуда, все. Нет, пытаний бы не было. Ставьте видео камеры. Сейчас желтый раз, да? А нет, желтый он даст за то, что. А ему же. Бойко. Бойко забил, пози, где ты, Бойко? 15. Или забил мама. Малышкин, да? Что там Малышкин. Арбитр. Свердохлит, не? По-моему, 15 забил. Это чисто полез, потому что, блин. А, я тебе показываю, чувак валяется, ты давай это что-то выясняй, это бокала. Вызывает, типа, мимец. Небезпечно, гра. Ну, типа небезпечно. Давайте на это самое сейчас. Блин. Обычно я поставлю. Комментатор тушу. Ну то, типа вот, ну он тоже. Ну, звичайно, гірник не збирається забивати. Небезпечно, Бойко! Забивай! Блин, это же на секунду вот
Где судья находится? Уже он близко находится. Разнервова обстановка. Давайте на стадионе Мина. Все понимают цену втраченных очков в этом поединке. Я молодец. Ну, конечно, гирный не собирается сдаваться. Когда уже забили, блядь. А так он стоит и нихуя не видит. Потому что мяч он. Где? Это гол. А, блядь, офсайд. Сейчас забыл. По офсайду все чисто. Сейчас, секундочку, еще мы там. Ну и відзначаємо дії молодого Ахмеда Заде. Він там, в принципі, все правильно зробив, хоча, можливо, і сам би міг пробивати. Жичиков тривав. Зараз я вже этот матч вивчу. Ох, зараз нервова обстановка на стадіоні Мина. Ділін димів в голові він залишиться. І розуміють ціну втрачених очок в цьому поєдинку. Ну, так, звичайно. Судья тут, блін, відстав, в общем, немножко нам було где-то сюди відстати йому. Ну, он поленился, потому что, блин, добавлено 5 минут, еще 2 бегать, блин, 2,5. Ему лень было бегать, тем более он понадеялся на бокового, что там кто-то увидит. А тут, блин, тут надо сейчас лезть на бокового, на офсайд, и на этого судью не надо, он бестолковый уже. Глядим. Вылез по защитника белый, офсайда не было. Судья, блин, флажком. Он не видел нихуя, ни этот, ни этот. Этот побег выяснять, блин, вот что-то уже за желтый, по-моему, полез, да? Ойко! Сучком свистнул он, типа, блин, отойди нафиг, не мешай. Забывая! Ну, отмена гола. Он посчитал, что, в общем, это самое, сейчас комментатор скажу. Не, не забывая! Нападение вертля. Давайте зачекаем. Что там было, здається, арбитр апеллюет до того, что была небезпечная игра против Поповича. Ну, так он видно, это за 90 годов. Потому что Попович... На газоні, ну, нагадаю, вару тут немає, але там величезне скупчення на арбітра Копієвського. Зараз на даний момент я поїв, подумав. Ну, і там складно зараз пояснити, що будуть вас, гравці гірника, зараз пояснити арбітру, що вони не праві, що він не правий. Дожалі б, було б 2-1, що? Ну, не буде. Минається, звичайно, десь. Намагаються заспокоїти футболістів гірника, аби там не накаляли обстановку, але десь зрозуміти, що там власне буде і до чого все йде, не зрозуміло. Головне, що м'яч забули витягнути. Нагадаю, що Бойко зараз, ну, відмітився в цьому епізоді, зіграв, як то кажуть, на випередження, але арбітр тут трактує, що все-таки була небезпечна гра проти Андрія Поповича. Але тут ще інше питання, чи наскільки там серйозно у Андрія Поповича травма? Ну то таке, може поняли. А от небезпечно було там чи ні, непонятно. Чи ні, ну попав, куди м'яч значно попав? В ногу нападаючого? Чи все-таки в тіло? Ротарюватому Салатовому. Тому що замін немає, а хтось там в воротах стоять. Не, он недолго бежал, это не замедленно, где-то около минуты бежал, отдыхал, оба. Пить будешь, типа два. Було, один, було, звичайно, бажання у Бойка і відсадкувати цей гол у Гарнака, звичайно. Подивись сюди. Відзначити в цьому епізоді, типа, але... Два сидичні ставки, бачиш, да, типа, ну все, блін, поймай, вставай, виходь, блін, виймай м'яч. Ну, повторимось, вар є... На тебе, блін, мівінки, в першій лізі на цьому поєдинку його немає. Блін, а этот що де? Що таке де? Що у них немає там? Это Мінає, подожди. Под Динамо. Це момент. Такой... Арбітр вже не може. Чи то логотип, нічого, блін. Але очікуємо, як там буде все точно. Чи то, блін. Звичайно. Відзначити в цьому епізоді, але... Подожди, чувак, сумкай. Ну, повторимось. Вар є в першій... Вот это, о, зелёный, это что? СД. Это С, да? Это кто вообще? Лизи на цьому поединку его немає. Вот это, что за логотип? Меди. А, это, блин, этот. СД, я так понимаю, это медицинская компания, в общем. Обслуживающая. Принял ты цей момент. Арбитр уже. Именно не матч. Не может. Матч обслуживающий. Але очікуємо, як там буде все точно рішення. А емблема именно этого, блин. Я туплю. Что за эмблема у него? Чуваки называются, пожалуйста, напишите в комментариях, кто это, блин, откуда он, и вообще зачем он вышел. Если не забыл, что понятно, блин, консультация там того-то.
десятки палец, извините, все, заканчиваем еще. Записывал я хоть. И, блядь, на паузу нашел.